Кузнецке началось акционирование муниципального предприятия «Горэлектросеть». Об этом шла речь в ходе рабочего совещания в администрации города. Средства от продажи пакета акций планируется направить в бюджет. На сегодняшний день на кадастровый учет поставлен 181 объект электросетевого хозяйства. Участники совещания обсудили также передачу в концессию городской системы водоснабжения и водоотведения. В настоящее время осуществляется процедура согласования существенных условий соглашения, направленных по инициативе лица, выступившего с предложением о заключении соответствующих соглашений. Общая сограничная ответственность УСП «Компьюлинг». Данная процедура предусмотрена федеральным законом о концессионных соглашениях и предполагает возможность заключения соглашения без конкурсных процедур. В планы городских властей входит акционирование и других муниципальных предприятий Кузнецка. Мы предлагаем предложение по преобразованию общей с ограниченной ответственностью, также с целью приватизации. МУП ЖКК «Кристалл» – ликвидация, МКУП «Зеленый город» и МКУП «Дорсервис» – создание муниципального специализированного бюджетного учреждения и преобразование предприятий в муниципальные унитарные предприятия. Председатель комитета по управлению имуществом администрации Кузнецка Павел Садовников также отметил, что приватизация городской собственности в 2016 году принесла в бюджет 17 миллионов рублей. Всего в муниципальной собственности в городе находится около 2000 объектов. Анна Сазонова, Юрий Шипунов, телеканал «Экспресс».